Без роботи комунальної організації «Благоустрій» неможливо обійтись. Попри воєнний стан, представники комунального фронту підприємства «Благоустрій» продовжують регулярно прибирати вулиці. Постійно дбають про належний санітарний стан території міста і щоденно його упорядковують. Основна работа нашей коммунальной организации – это поддержание порядка на территории нашего города. Сегодня мы выполняем различные виды работ. В частности, такие работы, которые мы выполняем и круглогодично. А именно, уборщики поддерживают порядок на закрепленных своих участках. Они убирают мусор, подметают, что-то белят, красят и так далее. Водители мусоровоза вместе с грузчиками вывозят мусор на полигон твердых бытовых отходов. Также мы убираем мусор, который выносится жителям нашего города и складывается непосредственно в установленных местах возле дорог. Кроме этого, проводятся работы по ремонту и покраске вышедших из строя мусорных контейнеров. Я должен сказать, что эта работа проводится доброкачественно, и после того, как мусорные контейнеры восстанавливаются, они вновь выставляются для пользования нашими жителями. Что касается непосредственно работ, характерных для летнего периода, я должен отметить, первое, это покос травы. Мотокосильщики нашей коммунальной организации, в принципе, эту работу уже выполнили, и жители города могут отметить, что травы, как таковой, высокой, возле дорог, на газонах практически нет. Далее, естественно, они продолжают свою работу, но сейчас они в основном косят в тех местах, где произрастает амброзия. Что касается такого вида работ, как ремонт ливневой канализации. Понятно, что за ливневой канализацией у нас осуществляется контроль, так как если она выходит из строя, то образуются на территории проезжей части большие лужи. Поэтому мы смотрим за этим вопросом и при необходимости ремонтируем ливневую канализацию или очищаем ее, если она забита мусором. Также производятся работы у нас и на детских площадках. Производится ремонт и покраска элементов детских площадок, таких как карусели, качели и так далее. Конечно, мы обращаемся к родителям, чтобы они следили за тем, чтобы все-таки эти элементы были исправны, чтобы наши дети спокойно играли и, не дай бог, получили какую-либо травму. Что касается еще характерных работ для летнего периода, это то, что нашими работниками коммунальной организации «Благоустрий» уже отремонтированы и покрашены скамейки на территории города. Также покрашены урны в количестве 200 штук. И эти работы выполнены своевременно и доброкачественно. Также вот последние дни мы закончили работы в парке у Укртелекома, тот, что у нас на Черемушках. Там произведен ремонт и покраска металлического забора, а также произведена обрезка веток деревьев. Хотелось бы обратиться, пользуясь случаем, к жителям нашего города. В первую очередь, уважаемые подольчане, если мы выносим мусор с наших дворов, то давайте мы их все-таки выносить и оставлять этот мусор в установленных местах, в мусорных контейнерах и так далее. Но не высыпать, где попало, тем самым мы создаем стихийные мусоросборники. Этого не хотелось бы. И второе, давайте мы с вами будем следить за тем, чтобы все наши детские площадки, там качели, карусели, детские горки, где играют наши дети, все были в исправном состоянии, и не надо их ломать. Это очень большая просьба. В заключение хочу вам напомнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не сурят. Поэтому давайте все вместе будем поддерживать порядок в нашем городе, чтобы наш любимый Подольск был всегда чистым, убранным и красивым. Тож пам'ятаймо, що кропітка робота комунальників дарує нам віру у швидке наближення мирного життя нашої громади.